Здравствуйте, зрители канала. Сегодня мы приготовим на костре уху. Для этого нам нужна картошка, морковка, лук, зелень, петрушка, лаврушка, черный перец, ну и, конечно же, головы. Рыба. Рыбу для ухи можно головы, можно, но если головы, желательно брать и вырезать жабры, потому что в ухе дает горечь и сильно мутная вода. Ну, пока костер уже начал гореть, засыпаем картошку в воду, бросаем. Морква у нас мороженая. Так, морку, лук целый бросаем и сладкий перец. Когда это все закипит, нужно проварить 20-30 минут. Вот у нас уже закипело. Огонь быстро. Ждем. Еще 10. И будем бросать рыбку. Вот прошло 20 минут. Картошка уже сварилась. Бросаем рыбу. Вот у нас большая голова. И пускай варится. Вариться будет тоже минут 20, наверное. Вот у нас прошло минут 15, голова уже разваривается. Берем фруктовое полено. Я потом покажу, зачем оно нам нужно. И ложим сюда в костер. Теперь можно посолить, поперчить. Мы добавляем укроп, лук зеленый, соль и черный перец молотый. Соль и перец по вкусу. Все, ждем еще минут 10 и потом засовываем полено. Вот у нас варится. Подходит почти к завершению. Уже и рыба распадается потихонечку. Ну, ничего страшного. Зато будет вкусно. А полено нам нужно для того. Берем полено. Делаем. Придает запах, вкус, аромат. Без полена уха не уха. Вот у нас полено еще раз загорелось. Опускаем. Даем настояться немножко. И будем сейчас кушать. Вот наша уха готова. Берем, насыпаем. Прозрачно, красиво. Все, приятного аппетита. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.